будут давать оценки в зачет, да. Но три лучшие пойдут. Опять же, те, кто сейчас вдруг наблюдает онлайн результаты, система подсчитывает всех пяти участников. Да. Это не совсем будет, да. Понимаешь. Правильно, узнаем это в конце. Ой, Вика Листунова на два винта зашла. Но сложно пока, сложно. Нет, вы знаете, очень больно мне, но надо озвучить. Все-таки приземление надо пускать заметную такую ошибку, наклонившись, ведь, и даже не знаю, как-то чиркнула или оперлась. Как будто бы руками. Сейчас еще раз смотрим. Не хочется, чтобы она оперлась, уже это очень дорого. Ой-ой-ой, заметно, пожалуй, сильно опором, заметно. Да. Это завальный. Получилась попытка, не удачно. Ах, и увы, потому что, ну, очень здесь, конечно, по технике видно, что она с прыжкового стола. Исключительно борьба между командами. Может не попасть, вот ой, оценка. Ой-ой-ой, 12833 всего таких лишь. Таких у нее, по-моему, с детских лет не бывало оценок. Ну, это очевидно, падение, конечно. Как-то тяжело, она разбегается, как будто то ли мощности не хватает, то ли уже подустала она как-то. Что-то я слышала, тренер мне говорил, у нее какая-то травмочка. Спина болит, да, у нее, да, мы знаем прекрасно. А в прыжках это тут мобилизация всего-всего тела, всего от кончиков пальца до кончиков, я не знаю, на руках. Ну вот, что первый, что второй прыжок, видно, что она не до конца отталкивается со не стола. Не очень технично. Здесь только ставят, уже сразу даже... Имин, я так могу подытожить одной фразой, что ей с таким вот исполнением, как она сегодня продемонстрировала два прыжка, очень трудно. Да, это точно. Ну, оценка Вики вот такая вот. Средняя, причем идентична. Получается, что за первый, что за второй. Нравится, когда нам канал Матч ТВ мало показывает гимнастику. Пожалуйста, вам двоих сразу. Это только им спасибо большое. Потому что ни ту, ни другую нельзя пропустить. Так, пока Листунова там дышит, ворона потихоньку выходит на середину программы. Так, смотрим, кому что нравится. Ну, будем смотреть и ту, и другую. Ошибки. Яна молодец, тоже держится, да, но хотя были ошибки, Листунова уже начинает уверенно сложнейший перелет. Держись. Еще один. Держись. Немвей. Здорово, прямо в стойку. Держи. Браться надо, все Ой. Хорошо. Стоять. Ой, как со скок-то вроде хорошо так вылетело, и плечи Имин, совсем вот низко оказалось. Вот да, я честно скажу, ну широка, ну красота, вот эти линзи, это было просто сумасшедшая красота. Но в концовке ей бы дыхания чуть-чуть не хватило. Как-то она немножко себя утихомирила перед выходом в соскок и допускает приземление. Вот посмотри, какие красивые были линии показаны. Нет, в этой вообще плоскости. Мне посмотри. Абсолютно все понравилось. Ты посмотри, какая амплитуда. Ты посмотри, где она ловит свои там где-то вдали, не знаю, зал, свои ноги, пятки, носки, я не знаю, все приближает, не нарушая линии ноги. Вот где была ошибочка, разброс в ногах, который мешает исполнению сальто. Для Москвы заключительный, и вот она как раз-таки сейчас Вика Листунова на бревне. Им еще предстоит повыступать, побороться. Настрой серьезный у Вики сейчас, потому что делать нужно, конечно, от начала до конца. Молодец, это очень сложно. Но долго стояла. И вот здесь на поворот как-то, да, готовилась, показалось, перед чуть больше, чем нужно, да, но зато именно в поворот, нет, я имею в виду поворот в приседе, да. Сейчас. Какой шпагат. Вот это достоинство, правильно. Размашисто, опа, с поворотом шикарно, да, тоже. Да, все это рискованно. Хоть это, конечно, не сравнить с сальтовым элементом, но очень шикарно. Рискованно все равно. Стоять, стоять, Листунова. Да, к сожалению, вот, здесь вот уже вам второе падение, да, за сегодняшний день.
Но я все-таки уверена в том, что она попадает у нас в многоборье завтра. Ну, завтра вечером. Я думаю, что это, да, абсолютно, да, бесспорно. Вполне вероятно, что завтра помнится. Так бывает, знаешь, сегодня... вот ты, хотел сказать, с утра перед стартом как раз поднимал проблему, как легче выступать до противника или после него. Вот сейчас она решила, нам рассказала. Нет, трудно мне и так, да там и так эдак тяжело, ты понимаешь? Соскок готовится уже. И два согнувшись, ой, как мне показалось. Далеко, во-первых, от концовки она пошла. По нисходящей, как бы, и... движение было на двойном, да, согнувшись. Чего-то такое, она не совсем в той, такой, мне кажется, абсолютной форме. Ну, правда, понимаю, что-то там тренер мне говорила, побаливает. Да. Это тренер московской команды, но тренер конкретно «Динамовки» сейчас забыл. Аня Калмыкова, да, и Диана, да, Кустова, да, тоже. Да, да, да. Кустова, вот, не Кустовой принимает участие. А что-то пока сошла. Ну, есть, ладно, тоже небольшие проблемы. Ну, начинает сильно расти. Верю. Это я этим, все, конечно, помню, что такое девчонка и как ей надо проскочить все. Но обратите внимание, как Вика здесь отталкивается с бревна чуть ли не на весь свой рост в высоту. И вот эти прыжки, шпагат, конечно, потрясающие. Она это были. Делает просто академия. И вот то самое злополучное, вот, падение, к сожалению. Сделала вначале вот этот твист на бревне, да? Правда, сосредотачивалась немножко так. Ну, пусть постоять, чем рухнуть. 13,6. Mm-hmm. Но трудность 6,3, да? Это тоже немало. Да, ну это серьезно. Для бревна это очень Мельниковый. Это правда. Посмотрим, да, у Вики, потому что тоже это один из сильнейших снарядов ее вольного упражнения. Тут она начнет акробатику прыгать сейчас, я думаю, серьезную очень. Сразу затихает Москва прям. Так, кого-то поддержали, поэтому вот дали старт Листуновой. В третьей позиции. Вот видите как. Подготовка. Так. Так. Двумя. Ну, но тяжеловато тоже, конечно, скорость тяжеловато. Вращения прям замедленно. Ножку видел, прыгнула ножкой за черту. Это уже минус 0,1. Опа, держись. Молодец, молодец. Давай дальше, растанцовывайся. Вот так. Вспомни, что ты красива. Вот такие прыжки. Предельно широко, высоко. Уже надо отыгрывать, набирать свои копейки. Ну и новые вольные упражнения, музыка. Держи, новая держи, тоже. Держи. Да. Ну, у него прекрасный хореограф Бичукин Рэй. Она чувствует хорошо движение. Сама гимнастка высокого класса была. И стоять. Ну что ты отдаешь сопернику? Захват какой. Тут надо закручивать полегче. Вздохни. Здесь все здорово, здесь, конечно, да, хорошо. А, но все равно отработала. И все хорошо, классно отработала. Трудные свои программы. Виктория, только не раскисать. Попробовать, да, за полдня отдохнуть и завтра в бой. Здесь именно завтра вот, все в ноль. Я тоже, да, согласен. Не психологически себя не утопить сейчас. Не топить, не угнетать. Да. Потому что, как говорится, еще не вечер. Это трудная судьба спортсмена, выступающего на чемпионате, и того спортсмена, который борется за первое место. Это очень сложно. И может быть, никому не легко. Ну, никому. Даже, и может быть, сегодня она так размялась для себя. У нее, в принципе, конечно, правда. Москва, да, можно сейчас любыми словами, да-да, все это оправдать, ее, да-да, состояние. Но, кстати говоря, вот что я хотел заметить. Давай. Вы видели, когда она же брусья выполняла, так, насколько линии уже стали удлиненные? Мне кажется, Вика очень сильно подросла, да. И это тоже такой фактор вернулся. Все руки длинные, ноги длинные. Эти ноги длинные.
особенно когда делаешь весь углом. Думаешь, господи, они где-то за километр, а их надо вернуть обратно складкой, да. Пошел дальше. Совершенно это все точно. Сложно, но красиво. Но очень красиво, это я согласен. 14-133 оценка ее за волю.